Запретят ли гамбургеры в Макдональдсе? Ну, кроме Макдональдса есть там еще другие, да, фастфуды. Да, уже слышал неоднократно о том, что надо закрыть все американские лавочки. Да, но тут надо все это аккуратно. Понятно, что как-то депутаты или там во власти хотят воздействовать на экономику США, но надо смотреть, чтобы это по нам в первую очередь не ударило. Сколько рабочих мест создано сейчас, если все закрыть, сколько безработных мы получим. И кроме того, я когда это услышал, я залез в интернет, просто посмотрел. По-моему, только один Макдональдс миллиард там, или 300 миллиард зарабатывает, то есть где-то порядка 350 миллионов в год налогов платит в казну российскую. То есть мы лишимся этого. Кроме этого, есть еще сети быстрого питания. Надо это, если уж вы хотите это делать, то надо как-то аккуратно это делать, на место их вводить какие-то российские компании по быстрому питанию, чтобы занимать эти площади, люди оставались на работе. И это надо аккуратно делать. А просто запретить не гамбургеры, ну. Не, ну, с одной стороны, гамбургеры, конечно, здоровье не улучшают. Вот, и тут надо, наверное, будет какой-то плюс. Вот, но это надо очень аккуратно все делать.